Вы предлагаете начать переговорный процесс? Нет, я... Или признавать суверенитет их? Говорите прямо. Я поддержу предложение о признании... Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение... Так и скажите, Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет. Да, я поддерживаю предложение о признании независимости.